Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, зайди после бати ко мне. Тут тебя подарок дожидается. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Что ж с тобой делать? Выдвигайся лучше в порт. Заменить я бы еще заменил. Да нечем. Надо чинить, а я тут пас. Не знаю даже, как подступиться. Это ж специалисты в мастерских такие вещи. Ты ведь сейчас идешь в порт механика искать, что от сектантов там прячется. Уж постарайся найти, а то мы тут корни пустим. Привет, Артём! Здорово, Артём! Ты там молодцом выступил. Наслышаны. А мы тут это, окопались. Оккупантов ждем. И уже видели? Пока, правда, только на четырех ногах или с крыльями были. Скотинились от нашей экологии. Ну и типы какие-то шляются поодаль. На бандитов похоже. А ты, Артём, что, в порт собираешься? Людей там нет. Я, по крайней мере, не видел. Нелюди есть. Так что будь осторожен. Это кто осторожен? Артём? Великий победитель черных? Артём, иди убей их там всех. Ну, какие разбежаться не успеют. Кстати, Алексей, друг мой. Катерина, которую Артём с Аней привели. Она ведь медсестра, может, продемонстрируешь ей свое ранение? Заодно и познакомитесь. Ага, как же. Там Степан уже хвост распушил. Куда там мне? Артём, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая, добрая и красивая. Вот. Вот, Тёма.
Я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит. Катя, Настя, идите чай пить. Не стесняйтесь. Спасибо. А вы, Катя, откуда вообще родом? С Южного Урала. Пару лет назад услышали, что место на Волге есть хорошее. Вот и приехали сюда. Кто ж знал, что тут сектанты власть захватили? А раньше, говорят, тут хорошо было. А вы с мужем приехали? Нас 15 человек было. А сейчас только мы с Настей остались. Простите. А ты чего куксишься? Чай невкусный? Вкусный. Да, как горгулья налетела, Настя Мишку потеряла. А та, видно, решила, что живое. И унесла. Не переживай. Найдем мы твоего Мишку. А мы в Москве этих тварей демонами кличем. А вы вот горгулями. Интересно. Это да. И откуда они только такие на нашу голову? Ну, радиация, химическое оружие, опять же. Вот природа и не выдержала. Ну да, угробили планету. Потому Силантию тут все в рот и заглядывают. Не мудрено, если каждый день такое видишь. Жалко их, дураков. Живут в потьмах, мрут в потьмах. Болеют, харкают. Я училась на медсестру. Да Силантии слышать не хочет, чтобы лечить кого. Господь, говорит, своих прибирает. Одна забота у него. Как помрут, рыбе это скормить. Так, мол, точно в рай попадут. Я пыталась, конечно, что-то сделать, но куда там? Грех. А потом он и вовсе нас на колокольне запер. И главное, из-за чего? Из-за фонарика электрического. Мне фонарик дядя Крест подарил. Но Силантий ругался сильно и разбил его. Разбил. А Креста анафеме предал. Вот тот в порт и убежал. Там зверолюди, и сектанты туда лезть боятся. А Силантий еще маму на себе женить хочет. Но она не хочет, он старый и противный. Бе. Да. Про брак у рыбы этой чертовой никаких заповедей нету. Еле дочку отбила. Мерзко от него, бесноватого мерзко. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем, конечно. Не переживайте. Артём, я тут фон мерил. По пути в порт есть одно место. Аж зашкаливает. Так что лучше возьми лодку. Мы нашли, пригнали. Стоит под мостом. Ну, если монстра не боишься. Нам князь уже рассказал по радио. Артём боится? Это ты хватил. Да и монстр этот просто сом. Осадки после войны все в реки ушли, а там выл. А самые рыбы донные, вот и переродились. Я, кстати, когда тихонечко мимо лазал, он ничего не трогает. Ну и вообще, думаю, если не шуметь, он не тронет. Это ж не крокодил. Ты их, кстати, видел? В Америке свои. Ну, они там не то чтобы по улицам бегали, как медведи в России. Хотя во Флориду я как-то ездил. И был там на Alligator Farm. Но с тех пор, как Marines поступил, ни одного не видел. Middle East, Москва, посольство, да. Я слышал, тебя Мельник от расправы спас. Ну, как началось? Да, но если честно, не хочется об этом говорить.
Как тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать, хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что, носись с честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить.
Поднимайся на крышу, сейчас я стрелу опущу!
Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж и приятно посмотреть, честное слово! Эти-то куча мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну, так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а. Верят, а, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, а, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во. А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишкой еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два. Еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль. Сейчас все тут покажу. Вон, видишь, мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь-рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуюсь, и материалы вот лежат. Вообще все, что видишь, полезного забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что Давиду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток.
вот тут-то у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот, ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Ну, ты вообще их не тут-то у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они меня не турнули еще. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Вот, ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Но ты вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уедали, сразу полные штаны. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А вот зверья — это другое дело. Взять хоть уродов этих. По одному они тьфу, соплёй перешибить. Вот стая — это совсем другой клинкор. Разозлил — делай ноги, пока живой. Я раз так нагорел, все барахло побросал, в одних штанах, считай, удрал. Ну а ты думал, они сволчи ушлые, кирпичами бросаются. Как запузырит? Ого! Ну, вообще, хуже всего люди. Бандиты тут обосновались недавно. Чего им надо, хрен поймешь. На мост не лезут, в деревню тоже ждут чего-то. С ними лучше не связываться. У них разговор короткий. Деревня говорит,
Как они тут засели, народец пропадать стал. На рыбалку там пойдут или на охоту, и тю-тю, с концами. Ну, я тут заболтал тебя совсем. Начальник-то ждет, небось. Ты иди, иди, я тут пока барахлишко соберу. Встретимся на поезде. Thank you.
Ну что, Артём, нашли Аню? Как же так, а? Ну не могла же она сквозь землю провалиться. Только бы с Аней все хорошо было. Да что вы волнуетесь, Катя? Ребята ее мигом найдут. Да я боюсь, как бы чужие не нашли. Ну, тут я бы точно не волновался. Разве что за этих чужих. Аня за себя постоять может, дай бог каждому. Ну, все же, сердце у меня не на месте. Она так за нас волновалась. Все будет хорошо. Правда, Артём? Ну вот, видите, сейчас все будет в порядке. За дело берется Артём. Конечно, я понимаю. Никогда особо не молилась, но сейчас. Да это что угодно может быть. Тут раньше склад какой-то военной химии был. И тварей разных поэтому развелось, и земля плохая. Хоть и дышится легко.